Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джале. Глядіть у гэтым выпуску. Выкарыстаць кожны пагодлівы дзень. Хлебаробы ўбралі пятую частку збожжавага кліна. Хойніцкі район вачыма японскіх журналістаў. Кампанія NHK прыступіла да здымак тэлевізійнага фільма. Хутка, смачна, весела. У Гомелі прайшоў першы гастранамічны фестываль. Выходные по-динамовски. Больше как 1500 удельников собрала спортивно-массовое свято «Здоровье-2017». У ближайшие 10 хвилин про это и иншее больше подробязно. Пятая частка збожжевого клина убрана у Гомельской области. Хлеба скошены на 22% посевных площадей. Хлеборобы в области намолотили больше 230 тысяч тонн збожжа при средней урожайности около 28 центнеров с гектаром. 280 тысяч тонн на рахунку хлеборобов Брестского региона. Огульный республиканский каравай важит сегодня амаль 650 тысяч тонн. Украина выбирает Гомсельмаш. У Киеве прошел белорусско-украинский бизнес-форум. Его выником стало подписание контракта на сумму больше за 45 миллионов долларов. У приватности заключенный договор на поставку в соседнюю Украину машины комплектов зернеуборочных комбайнов серии Полесья GS. Как означили на Гомсельмашу, рынок Украины сегодня вельми важный для предприемства. Например, в минулом году объемы продажи в соседнюю Украину повеличились больше, чем удвоя. Японская державная телевизионная компания NHK имеет намер снять фильм об ситуации на территориях Беларуси, которые потерпели в вынику Чернобыльской катастрофы. Непосредственно на Гомельщине сдымки будут проходить у Хойницким районе. Наши корреспонденты потекавились подробязностями. Только в липене это уже третий визит делегации Японии у Гомельскую область. После аварии на станции Фукусима у 2011 году интерес представников этой страны до Беларуси значно узрос. Гостей цікавить все. Проводимая работа по реабилитации потерпелых территорий, допомога мясцовому насельництву и уплыв радиации на здоровье людей, особливо неполнолетних. У Мивы Судзуки две дочки, а тому гэты момент яе цікавить особливо. Я приехала сюда, чтобы познакомиться лично с людьми, познакомиться с теми ситуациями, какие есть там 30 лет спустя, то есть у мам, там у родителей. Члены семьи Судзуки с префектуры Фукусима станут главными героями фильма. По сценарию они будут сустракаться с жыхарами потерпелых территорий. У вугле стужки об наступствах Чернобыльской катастрофы представники Японии уже сдымали. Але на этот раз яны попробуют рассказать об ситуации у Хойницким районе, про уражение звычайных людей. Это, как чакается, да поможе самим японцам переодолить такую зъяву, как радиофобия. Мы приехали сюда посмотреть, как обстоят дела спустя 31 год с аналогичной аварии, как живут люди и, может быть, найти подсказки, как проходил процесс преодоления этих беспокойств, возвращения к нормальной жизни, найти подсказки, чтобы это быстрее процесс прошел там, на фокусе. Олесь Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Тысячи гостей собрались в неделю у Гомеля на пляцовце побач с цирком на первую в области гастрофестиваль. Свое кулинарное майстерство, приготовление худкой и смачной ежи демонстрировали повары амаль с 20 кафе и ресторанов. Как сусветные традиции в уличной ежи восприняли гомельчане, доведались наши корреспонденты. Пахмурное надворье раницы у неделю ледь не перешкодило святочным планам. Организаторы хвалявались, что гостей на свято сберется не шмат. Але как раз о полдне перед стартом фестивалю хмары покинули небо и уже до самого конца дня с яго не сыходило солнце. Які усмешки, что не покидали в устны гамельчан, якія пришли на уникальное свято. Причем многие доведались об ним и дякуючи журналистам нашей телерадиокомпании. Привели сюда людей, приглашали столь активно с вашей помощью, для того, чтобы познакомить гамельчан с заведениями, которые у нас есть, с той вкусной едой, которую готовят наши заведения. А ведь многие из них открылись буквально в последний год, ну или два года. И сделать эту площадку, этот фестиваль платформой для того, чтобы знакомить гомельчан не только с новыми заведениями, но и с новым форматом отдыха. Поэтому здесь столько зон отдыха, столько различных активностей для каждого возраста, для каждой группы населения, для каждого поколения. На самой справе такого масштабного мероприемства, не связанного с традиционными святочными датами, у нашем календаре город еще не бачил. Высветлилось, что сярод гомельчан вельми шмат прихильников худкой ежи. Кажется, что это танно и
смачна і, зрозуміло, економіть час. Увогуле, поняття вулічної їжі зародилося ще у старожитнім Римі, але тоді її харчувалися переважно небагатые люди. Зараз же стрітфуд – гэта культурная адметнасць любой краіны. Гастранамічный турызм – один з самых популярных відаў адпачынку. Паспрабаваць нешта адметнае, характэрнае толькі для пэўнага рэгіёна – вялікае задавальненне. Гэта добра разумеюць і ў адміністрацыі цэнтральнага района Гомеля, таму з энтузіазмам дапамагалі ўвасобіць у жыццё грандыёзную праграму гомельскага гастрафестывалю. Цэнтральны район, он находится в центральной части города Гомеля, и на нём лежит особая ответственность привлечение туристов, жителей города, чтобы они провели свой досуг очень плодотворно, интересно, позитивно. По статистике, каждый третий жихар планеты, что день харчуется вуличной ежей. Худкий темп життя диктует свои правила. Тому стритфуд набирает популярность во всем свете. А коли людям пропоновать не только комплексную ежу, але и комплексный отпочинок, занять, адуковать, порадовать доброй музыкой. Организаторы марят, что такие святы можно будет зарабить регулярными. И глядячи на задоволенных гостей свята, можно не сомневаться, что так и будет. Нам очень понравилось. Мы пришли сюда с детьми, отдыхаем. Весело. Впечатление очень хорошее. Нам очень нравится. Много людей, приятно. Любим вкусную еду. Любим большое скопление людей хороших. В интернете увидели статью, что сегодня вот проходит, решили посмотреть. Много людей очень радуют, что в Гомеле, ну, не безразличные приходят и смотрят что-то новое, что-то интересное. Марина Джалая, Олеся Рудянкова, Павел Антонов, телерадиокомпания Гомель. Отпочинок по-динамовски. Больше 1500 удельников собрало спортивно-массовое свято «Здоровье 2017». Мероприемство «Другий год запар» ладится под эгидой областной организационной структуры физкультурно-спортивного товариства «Динамо». Подробности в наступном репортаже. В минулом году, когда спортивное свято отбылось упершиню, удел у им приняли около 900 человек. В отгуки были становчие, и сюда это на споборництво вышли больше как 1500 удельников. За перемогу змагались команды усіх 14 правоохоронных ведомствов, которые уваходят в состав спорттовариства «Динамо», а так само дружины партнеров свята. Организаторы постарались удивить колькостью и оригинальностью споборництва. Удельники так само подрыхтовались. Надеемся только на победу. Мы будем участвовать во всех конкурсных соревнованиях. И я думаю, победа не пройдет мимо. После урочистого открытия и показальных выступлений у супрацовников АМАПу, МНС и Департамента аховы стартовала споборницкая программа. Первым в списке был конкурс «Заби цвик». Свои здольности тут демонстрировали начальники ведомства и их наместники. Лепший час показала команда АМАПу. На другом месте керовник войсковой частки 55-25. На третьем управлении Департамента выконания покарания. Далее у всех собрала пляцовка, где проходила эстафета. Самыми спрытными были супрацовники мытни. Яны худшие за усих переодолели усе 5 этапов. Оказалось, что приехали яны подрыхтованными и у своей перемозе не сомневались. Отличное мероприятие. Мы тем более только что вернулись с республиканского туристического слета. Там тоже себя хорошо проявили. Вот, я думаю, атмосфера у нас сохранилась. Мы ее с собой привезли. Здесь ее приумножим и будем все отлично проводить время. Дитячие десятиборья, перетягивание лины, распиловка и штурхание бервенев, кидание валенков и яек, стрельба с пневматичной винтовки и шмат иншего. Прикласти свои силы и умения было где. Боротьба кипела на всех пляцовках. Дух суперництва не только не перешкаджал, але наоборот сприял створению сябровской атмосферы. А это и было одной из головных мет свята. Сегодня мы собрали всю нашу большую семью правоохранительных структур. И я думаю, что вот эти мероприятия еще раз указывают на сплочение коллективов. На сплочении семей, порешать где-то какие-то проблемы служебной деятельности, личной, бытовой. И таким образом, будем говорить, здоровый образ, здоровое общество и здоровая наша Гомельская область. Другий год запар семейно-спортивное свято здоровья оправдывает шакань организаторов и удельников. А это значит, что новая встреча отбудется обовязково и будет не меньше цікавой. Максим Савин, Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Наближается спякота. За гэтага на ближайшие 2 дні метеорологи объявили Украине оранжевый уровень небезопасности. По информации областного гидрометцентра, в ближайшие сутки у Гомельской области будет ясно без опадков. По ветру в день прогреется до плюс 34 градусов. Опадков не чакается и 2 жнивня. При этом слупки термометра у некоторых районах в области поднимутся до плюс 36. Гэты и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Максим Савин.